подожди. Все-таки жалко, что Дональд Трамп не будет баллотироваться в президенты. Прикольно было бы. Американцев жалко, конечно, но так, не сильно. Мы сейчас с вами в Трамп Тауэр, в небоскребе, где располагается штаб-квартира Дональда Трампа. У него множество небоскребов в разных городах, и многие из них он без затей называет своим именем. Вот этот нью-йоркский мне очень нравится, потому что красиво, водопадик многоэтажный, садик на 5-м этаже, ну а на 1-м при входе уголок культа личности такой, небольшой. На дожде.